Друзі, вже завтра, 18 травня, в Музеї історії Києва відбудеться презентація нового проекту фонду «Антисмід». Подробиці усі ми вже зараз розпитаємо у наших гостей, організаторів. Вони, благо, наші студії. Це провідний науковий співробітник музею Юлія Ющенко та директор з комунікації фонду Олени Пінчук «Антисмід» Павло Пімінов. Доброго ранку, панове. Класно, що прийшли. Будемо зараз вас все розпитувати. Да, ради вас видеть. Ви знаете, перший вопрос все-таки к вам, Юлія, потому что, давайте так, ваш музей, он очень молодой, правда, для музея вообще подросток, ребенок, не все даже про него знают, как выяснилось. Вот чем вы привлекательны, почему вот к вам надо прийти, чем заманиваете? Ну, взагалі, мы не совсем такие молодые, потому что нам уже 34. Это всего лишь. Потому что хиба музей... це вік? Ну, да. Звичайно, для музея это взагалі вік, але от ми були створені ще в 1982 році. І просто так сталося, що дійсно про музей зараз мало хто знає, адже ми змінили своє місце розташування, скажімо так. Нас декілька разів виселяли і, відповідно, в 2012 році ми отримали приміщення на Богдана Хмельницького 7. І ось тут, ну, скажімо так, так, да, звичайно, так, гарне дуже приміщення, але не, хоча й не досить пристосоване під музей, та зато в нас проводиться багато виставкова робота, гарна виставкова робота, цікаві виставки. Ну, відповідно, ми теж не відстаємо у своїх екскурсіях, скажімо так, ось. І з 2013 року ми приєдналися до святкування Міжнародного дня музеїв, відповідно, через театралізовані екскурсії, скажімо так. Тому ось на 18 травня, на завтра, да, ми вже готуємо нову театралізовану екскурсію. Ви ж берете якраз участь в всесвітньої відомій акції «Ніч в музеї». А що це буде? Ну, як взагалі вона проходить? Скажімо так, не зовсім ніч в музеї, скажімо так, вечірні сеанси в музеї. Так. Тому що ми... На ночної не рішились. Ні, в нас... Сумерки в музеї. В нас було 2013 року, ми розпочали, приєдналися до цієї акції. Ну, зараз от вирішили трошки нічні екскурсії, такі вечірні екскурсії влаштувати, ну і дати змогу ще після себе, скажімо так. Так, насправді, просто хочу вам нагадати, що ось такий тандем в нашій студії, він абсолютно не випадковий, адже саме 18 травня, завтра, відбудеться презентація нового проєкту фонду «Антисмід». Павло, розкажіть, що це буде? Ну, этот проект мы придумали вместе с Украинской неделей музыки. Спасибо нашим друзьям и партнерам. Этот проект, в котором украинские диджеи, известные украинские диджеи собрались для того, чтобы разработать принты на футболке на тему борьбы со СПИДом. Само диджеи? Почему диджеи? Понимаете, молодежь – это главная наша аудитория. Молодежь – это та аудитория, которая наиболее подвержена тому, чтобы инфицироваться ВИЧ. В силу своей активной жизненной позиции, клубной жизни, активной сексуальной жизни. Поэтому на нее мы направляем свои усилия. Кого молодежь будет слушать? Вряд ли она будет слушать меня. Вас она будет слушать. Меня вряд ли. Ну, диджеев она будет слушать безусловно. Диджеи – это те люди, которые для них авторитет, для клубной молодежи. Поэтому именно диджеи. У нас более 10 диджеев участвуют в этом проекте. Это и Артем Небо, и Анна Орфеева, и Катру Заубер, Влад Фесун, кстати, не в первый раз он уже участвует в наших проектах, спасибо ему. Тобто все они завтра будут выступать в рамках? Нет, они будут не все, завтра мы только объявим о том, что мы стартуем этот проект. И завтра будет несколько диджеев, которые выступят и которые покажут то, что они уже сделали. Но полноценно эта коллекция запустится чуть позже. Зрозуміло. Скажите, я вот просто вы рассказываете, я не могу отвести взгляда от вашей футболки. Это кто ее сделал? Это семейный герб. Я не думаю, что это имеет отношение к теме, значит, о которой мы говорим. Но произведена эта футболка была. Это моя семья, это я, это жена и дочка. Просто очень здорово смотрится. Очень круто. Да, но эта футболка произведена, кстати говоря, вот в рамках нашего проекта. Это подарок был мне, проект, который называется Fashionate. И именно в рамках этого проекта мы объединяем известных людей, которые делают свои коллекции футболок, которые потом у нас представлены. Вот делали у нас номинанты на премию «Современные художники», номинанты на премию «Пинчук Арт-центр». Я надеюсь, у нас будут не только диджеи, у нас будут и другие музыканты, у нас будут, может быть, и писатели, будут и другие интересные. Может быть, телевизионные ведущие. Вы просто упомянули Fashion Aid, а я знаю, что это единственный в Украине такой благотворительный социальный бренд. И вот деньги, которые выручены за продажу этих футболок, они идут на благотворительность. Куда конкретно? Вы знаете? Кому помогают эти кошки? Конечно, конечно же знаю, поскольку мы делаем этот проект. Этот проект, который был создан когда-то еще в 2000, если я не ошибаюсь, в 2007 году. Этот проект начинался с нашего сотрудничества с украинскими дизайнерами, которые делали общие коллекции. Потом эти коллекции продавались на благотворительных аукционах.
а деньги эти направлялись на помощь ВИЧ-позитивным детям. Это разные были проекты. Иногда это прямая помощь конкретному ребенку. Иногда это было, ну, например, там, в 2008 году мы приобрели 5 мобильных клиник для помощи ВИЧ-позитивным детям в отдаленных регионах Украины. Вот это все ВИЧ-позитивные дети. Слушайте, я хочу поучаствовать. Где можно купить такие футболки? И мне треба ця інформація. Ну, не конкретно эту, я понимаю, что это лично. Есть сайт fashion-aid.in.ua. Этот сайт, на котором выставлены все футболки. И можно выбрать, там огромная коллекция, на самом деле, действительно. Можно выбрать футболки и в стиле contemporary art, и в стиле там TV. Фешн і в самих різних стилях там дійсно гігантський розмір. А ще й з цією думкою, що ти таким чином, носячи таку річ, допомагаєш і робиш якусь таку справу, знаєте, вона насправді дуже мотивує. Знаєте, ця мисль делает людей лучше, вона возвышает реально, вона допомагає жити. Спасибо вам большое за ваш визит. За такий позитив та і за вашу власне всю діяльність. Юлія Ющенко та Павло Пімінов були гостями нашої студії. Нагадуємо, завтра, 18 травня, Музей історії Києва. Ну, так раптом забули.